маленьких, с маленьких. Да, а ты пока посидишь. Посиди. А вы вдвоем начнете, да? Или ты елки говоришь? Посиди? Нет, я говорю, ты с ней посиди. Так, нам рентгенить всех. Да. Она будет посидеть спокойно, если ты ее здесь оставишь? Да, я думаю, будет. Хотя, сейчас посмотрим. Смотри, это ее какашечка, кусочек я забрала с пеленки. Если я скушал, замотать. Слушай, а давай я прям сразу сейчас тогда говно отсмотрю, а вы тут стойте и стойте. Чунечка. Чунечка, ты нормально? Малыш. Сидит. Я так это нормально, а вот вы нет. Сидит, доехал. Ну, я не так делать не буду, она сразу же выскакнет. Делать, что видит, что она мертвенькая. Вот. Лезут же. Тихо. Он прям стартануть куда-то хочет в небытие. Сейчас я... На свет. Он как бабочка, он сейчас на свет. Давай, блин, бабочка сейчас. Это бабочка мне. Кто только не летал по кабинету на голове. Вот это точно стартанет. Перепелятник посидел, блин, на голове. Карелла посидела на голове. Все посидели на голове. Так, а тут что? Ты зря ей сломала. А у тебя есть скотч же еще, да? Да. Продублировать. Она с опутинками, если что. Я, может, так... Да. Я хочу... Вот, слушай, я вижу говно. Давай я ее возьму. Да или не ты надо. Что ж ты будешь делать-то? Так, оп. Ты мне пока не нужна. Сейчас, я хочу с микроскопиями закончить, и потом уже их всех там на рентгене распинать. Надо же погадку скинуть. Мне вот, блин, погадка ваша. Кости мне свои накидали тут в какашки. А это, подожди, сухое? Да, это сухое. А, да, ладно, это... слушай, свежее есть тоже. Ну, оно такое... Обратно. Сидите. Сейчас я микроскопирую последние две и хорошо, уже давай. Будем. Цирковое представление. На, конечно. Да, страшных сычей, голыми руками пошла, страшно. Пошла. Здравствуйте. Здравствуйте, молодые люди. Здравствуйте. Да, конечно, ножками-то мне своими. И жрат сама сразу. Ты что такая противная? Так она теперь главная и все. Главная и противная, и все. Да. И все. Она теперь орёт так громко. Смотри, знаешь, что у нее произошло? Я не знаю, что я вот, когда ее кормила лекарствами, обнаружила, что у нее кончик клюва на нижней челюсти обломан. Треснула. Ну, то есть мне его отрезать пришлось, он был, да, прям треснут. Снять ее с тебя можно? Не, зачем? Я специально, чтобы видно было. А, вот теперь снимать. Да стой ты, господи! Вот, наверное, так она и ломала его. Ты думаешь, она... Сейчас. 173. Маловато. Так, да, я запишу эту склерозинку. Да, она скинула вес. У нее очень много воды в помете. 173 грамма при индексе упитанности 4. Так, золотой мой, я тебе сейчас... Что, глазки у вас тоже стоят? Да, смотрели их тогда. У вас правый глаз особенно стоит. Угу. У меня сейчас только не жри, я тебя посвечу, глаз смотрю. Он хуже на свет реагирует, чем левый. Угу. Катаракта там зреет. Где? Вот мой зрачочек. Блимс. Здесь тоже катаракта. Прям как у Чучундры все. Ну да. Возраст не щадит никого. Thank you.
Так, дальше я. И захочу. Тоже примерно тот же возраст, как у него началось. Я слушаю, ну, учитывая то, что они все первое время одинаково на перепелках сидели, все закономерно. Так. Сейчас ты меня поешь тут. Куда-нибудь в другую сторону ешь. Тут не шумишь. Ниже. Ниже тоже не шумишь, давай в другую сторону. Так, мы с тобой тогда сделаем вот так вот. Она тут шумит. У вас в целом, видимо, вся левая, правая. Правая сторона хуже. Угу. Так. Так. И... Здесь не шумит, короче. В респираторке у нас что-то сидит. Классно, прием совой об стол. Да. Да блин, я же ей не лупашу. Да я ж понял, что так, что, давай, столом посовешь, что совой об стол. Я, наверное, с нее еще мазок из Зева возьму на посев, а не только какашки наши. Может, это помочь? Постой, красиво. Красиво. Я не съел карты, что ты начинаешь? Что, не как я? Я на карты игру не съел. Так что и на том спасибо. Да, я стою красиво. Так, тындер, тытыр, тытыр, тын, слюни мне все свои дала, дала все слюни, со всех сторон слюни дала. Боже, что у нее с глазами? Она хочет всех убыть и съесть. Одышка мне не нравится, поэтому я думаю, что на рентгене мы сейчас с тобой быренько-быренько с ней. Так, Юиня на 701 ЗЕВ. Что, владельца я подписывать не буду, я тебе так знаю. Да, ёлка, пусть всех презирает. Пошли тогда это сначала от рентгена. Ёль, если мы услышим грохот... Так, а я вам там нужен? Ты хочешь с собой посидеть? Нет. Я вам там нужен. Ты будешь видеть видео. Не закрывай, пусть она смущается звуками всякими и прочим. На. Так, тебе опять все это на почту? Да. Ружова. Не, ну ты можешь себе и диск взять на память. А куда он мне нужен? Я искала сломан. Ну, а мне его вообще нет. На шее щелкни застежку. А я ее найти. А вот он. Пошел ее искать-то. Указательный, ну или не указательный, ладно. Перста свои. Видишь. Так вот я тебя за чупрыну возьму. Позвоночник уже искривляется. Отлично не лежит. Сейчас, 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 дьявольское лицо. Подожди. Здесь мне от тебя нужны ножки. Конечно, прямо сейчас мне надо звонить всем. Все. Давай я ее в коробку сразу положу. Что ее? Поздно она мне ляжет. Фу, где? Шипированная. Уж пока шипированная. Дай. Дотянусь. Искривляться начали тоже в этом месте. А, и спондилитище. Спондилезище, вернее, уже даже. То есть было воспаление позвонков. Сейчас все это хрящами заросло. А-а-а. То есть у тебя вот здесь вот последние грудные позвонки, они, считай, неподвижные. Угу. Ну, как бы мы с этим уже ничего не сделаем, уже просто дожить и дожить. Угу. Так, не то хочу. Тут хочу. Старческие сосуды тоже очень страшные. Прямо вот супер страшные ваши сосуды. Угу.
все звездочками усыпанные, то есть там явно какие-то бляшки есть. То есть прям вот у вас все сосуды сердца, они все в мелких-мелких точках уплотнения. И вот это вот мне не нравится. Здесь семенник, ладно? Семенник? Ну, скорее всего, это семенник. В смысле, самец? Скорее всего, это мужик, да. А сейчас брачный период, и он увеличился, не? Да, да. Но, поэтому, скорее всего, так узнает. Мужик. Но, знаешь, что мне не нравится? Мне не нравится вот эта тень, которая не должно быть вообще. То есть это какое-то достаточно большое новообразование. И, в принципе, на самом деле, это может быть либо какая-то... Кистозина? А. Нет! У тебя желудок вообще никак не связан. Да. Вот у тебя желудок, вот у тебя железистый и мускульный. Угу. Вот он. Мускульный, пустойчатый. Ну, она скинула погодку. А, точно, она скинула. А вот это у нас как раз в районе семенников, почек, заднегрудных воздухоносных мешков. В принципе, честно, учитывая возраст, на самом деле там может и какая-нибудь онкологическая дрянь расти. Угу. Но новообразование достаточно крупное, и оно у тебя получает... Да, слушай, семенник. Прекрасно. Короче, мужик. Та-дам! На каком году жизни мы это узнали? 13-й или... Отлично, на 13-м году жизни мы это узнали. А вот здесь, в районе, соответственно, левого семенника и левой почки, у тебя как раз вот какая-то крупная тень новообразования. Угу. Это может быть какая-то старая гранулема распадающаяся, это может быть киста на семеннике, это может быть какая-нибудь экологическая хрень. В общем, посмотрим, во-первых, что у нас придет по посевам, то есть, соответственно, бактериалку мы попробуем убрать. Аспергиллиоза активного там и прочего, вообще намека на аспер, я у тебя здесь не вижу. Угу. Суставы тазобедренные плохие достаточно. В принципе, это логично, учитывая то, что у нас посыпался позвоночник, у нас, естественно, нагрузка на тазобедренные суставы она увеличилась, из-за этого они падают тоже. То есть, скорее всего, у него пойдет такая же проблема, как и у гнуся с сухожилиями, с пальцами. Ты с этим уже ничего особо не сделаешь. Ну, это возрастное уже. Да, да, ты с этим уже ничего не сделаешь, поэтому как бы, ну, для квартирной птицы нормально. Вольерник, конечно, понятно, что был бы лучше, но отталкиваемся от того, что есть. Для его возраста, в принципе, не сильно плохо. Челюстные у вас такие тоже слегка воспаленные. Здесь участок в районе затылочной части черепа мне тоже не нравится, он достаточно контрастный. Может быть, поэтому у вас, кстати, и ломается клюв, и... Алла, она где-то травмировала его обо что-то. Но растет он достаточно быстро. Ну, в общем, посмотрим, что у нас придет по посевам. Возможно, ее тоже придется там как-то подлечивать, долечивать, потому что, скорее всего... Она... А глаза тоже, это уже все возрастное? То глаза есть... возрастное, с глазами ты ничего не сделаешь, то есть волшебным образом каким-то убрать карту возрастную, ты ее никак, естественно, не уберешь. Так, у нас следующее блюдо, это чуня и головы еще в проекции. Голова? Он тебе говорил? Мне не говорил. Но, когда мы у тебя были, он, по-моему, говорил, что ему... Раз, два, три. Ему чуть-чуть интересует голова, не? Но он говорил, что вообще надо всем это делать. А ну, это... Про чучундри он просто сказал повторить, что в прошлый раз делали. Кися Мурыса. Подожди. Ну, ровно, вот мы его с тобой ровно вот этого кривого точно не разводим. Давай, прыг. Привет. Нет, не летим никуда, не летим. Опять в левую ножки. В левую. Он очень волосатые ноги. Сопротивляется. Волосатые ноги. Ты такие волосатые. Есть. Дальше. Наше условно здоровое крыло. Да подожди. Киса Муруса. Подожди. Есть. Есть. Сильно его не оттягивай. Просто вот подфиксируй и все. Сейчас. Перекашиваешься, потому что старый кривой. Это что-то все какие-то стареющие, блин, нация. Ну, так а сколько они все у меня живут-то? Так. Сплюшки вон еще не были у тебя. Ну, сплюшки это как раз молодое поколение. Но меньше всего интересует. Сейчас вот пытаемся выжать из его состояния все, что можно из него выжать. Отпускай. Чуть-чуть давай отдохнуть. Привет! Нормально дыхание держит, молодец. Так,
подожди, подожди, ты поскакал, да, ты поскакал, все бесит. Бедный Гнусь, а он так хотел детей от Юни. Ножки держи. Нет, 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 золотой мой, мы с тобой так не будем делать. Сейчас, хочу. Опаньки. Все, 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 не двигай. Ножки не двигай никуда. Угу. Опускаем. Все, опускаем. Отпускаем, да? Все. Что это было? Где все? Вы все? Где все? Где все, кому навалять, да? Кому навалять. Так. Ну не наваляйся, что? Ну, он же самый добрый соловей. Ну, конечно. Он никогда никого не обижал. И что ты мне тут держишь? То есть его, он настолько добрый, что его даже Гнусь не обижал. Так, мне это все тебе скидывать все равно. Ну ладно, я всех, всех сюда в одну кучу к Юне. Давай я отнесу, пойду и проверю, что там сова делает. Большая, толстая. Большая сова. Нам предстоит сейчас много веселья. Да.